Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз из Поднебесной пришла сумка для фототоваров, фотокамер и двух объективов. То есть тушка помещается и два объектива. Пришла вот в таком варианте, за исключением серого пакета, который я уже вскрыл. Здесь ничего интересного нету. Внутри находилась вот такая вот упаковка непосредственно этой сумки. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Что из себя представляет упаковочка? Видим здесь. Давайте скрывать, что находится внутри. Внутри находится такая сумка. Только с ручкой, то есть нету плечевого ремня, только вот такая вот ручка. И внутри у нас еще лежат два отделения. Давайте посмотрим, то есть камера у нас, как видим, помещается, то есть еще есть два отделения от два объектива. Но единственное, то есть я не буду использовать это под камеру, сейчас объясню почему. Потому что закрывается у нас на замочек, и сумка, вернее ручка, прикреплена к верху крышки, которая отделяет нас, основное отделение, от крышки только молнией. Если камера не тяжелая, то это более-менее подойдет. А если камера достаточно тяжелая и объективы тяжелые, то наступит один момент, когда вы будете носить, и может случиться, то разойдется молния в этот момент. Поэтому камеру я бы как бы поостерегся туда укладывать. Но если у вас небольшие камеры, то есть можно это все сюда разместить. Но я брал для другого, я брал непосредственно для света, который находится у меня здесь. И давайте сейчас его и разместим здесь. Как видим, все прекрасно разместилось, все успешно может переноситься, так как свет небольшой, удобно хранить и доставать из сумки, то есть свет, фильтры, сетевое подключение непосредственно к сети питания. Вот для этого я и купил данную сумочку, которую успешно буду использовать. То и вам желаю. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.